Вообще приятно, что есть возможность вам, во-первых, побывать в этом уголке природы. Да, надеюсь, вам понравится здесь. Да, я чувствую, вот сарафанчика здесь мне. Да, деревенского не хватает. У Оксаны неплохо выходит сарафанчик такой. Но вы же понимаете, кому я иду в гости? К человеку, в которого были влюблены все женщины Советского Союза. Я вот старалась. Раньше я даже не знал, что у меня были все женщины. Сейчас мне только об этом сказали. Я этого раньше знал. Ай, не надо. Серьезно? Ну, догадывались наверняка. Нет, совершенно. Я просто не обращал внимания. Вы давно здесь живете? Нет, второй год. Второй? Да, и вот каждый день благодарю Аллах, Бога, значит, чтобы наслаждаться. Каждый день просыпаться утром, видеть это прекрасное место. Дышать этим воздухом. Да, вот здесь речка, вот буквально рядышком. А вы сами утром... дом строили? Нет, это уже был готово, стояло. Это моего приятеля, вот, у него был свободный. У меня с жильем получились некоторые сложности. И он говорит, да, поживи, говорит, у меня здесь. Ренат, я вижу, что вы бодры, веселы и, надеюсь, гостеприимны. Для меня счастье. Гость по традициям татарских, вообще в исламе. Гость это самое дорогое, потому что гость приносит дом счастья. Аракай. Ну что ж, пошли в дом. Вы всегда любили жить за городом, Ренат? Дело в том, что я в детстве, хотя жил-то в городе, в Казани.